Всем добрый вечер, с вами Артур, и я очень-очень голодный. Вышел после тренажерного зала, пришел домой, а дома в холодильнике мышь повесилась. Ничего нет, я решил выйти в одно кафешку, в одно кафе вернее, и съесть вкусной еды. Благо, у меня на районе очень много всяких ресторанчиков и забегаловок, и голодным точно здесь не останусь. Это телятина, я выбрал картошку по-домашнему и салат. Очень вкусно. Пока готовится моя еда, я взял себе кофе. Ну и жду. А вот пришли попрошайки, которые просят через окно что-нибудь покушать. Приятного мне аппетита.